Всем привет, с вами Зоро, и это очередное яйцо самолеты, Planes. Вот, это уже третье яйцо, вот, ну, и давайте посмотрим, кто же там, какой там самолетик, может там погрузчик, или бензин, который перевозит и заправляет там. Надеюсь, одинаковый не выпал, что не должно, я взял там, где много этих яиц. Там в двух магазинах даже, может, в двух. Я видел там, ну, в одном магазине там мало, а в одном магазине там столько этих яиц, там, ну, хоть не знаю, там целую коллекцию соберешь. Но это вряд ли будет, я соберу целую коллекцию, потому что, ну, наступит когда такой момент, что... Так, яйцо ломаем, только оно что-то не ломается, ага. Наступит такой момент, что когда у меня будет уже почти все собраны, и останется три несобранных, и я не смогу собрать. Так, значит, мы видим запчасти. А какие, даже не знаю. Ну, я кушать шоколад был не при вас. Так, не одинаковые, меня это радует. Значит, какая-то эта запчасть, это какая-то запчасть, и вертушечки. Так, ну, наклейки мы сюда. Значит, это мне не надо. Вот. Это в сторону. Значит, у нас, у меня эта бумажка есть, и если я правильно понял, то это вот этот. Нормально. Так, значит, Disney, China, ну, конечно, все Китай делает. Так, как-то собрать, здесь как раз картинка есть, чтобы мне не бежать, не смотреть. Так, получается, надо вставить так. Так. А, ну да, я правильно встану. Вот, щелкнула, вот такой самолетик. И вот такие сейчас, видите, вертушечки. Пропеллерные. Так. О, класс. У меня получается уже 5 самолетиков. Ну, так, сейчас смотрим. Так, 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 глаза куда нам. Да, глаза надо туда, но глаза я, конечно, понял, куда, какие глаза, но просто не знал, какое именно место клеить. Вот видишь, какие-то, какие глаза, ну это ж вообще пипец. Так, давай клейся. Так, так. Ну во, более-менее ровненько, ну почти, во, вот сейчас ровно. Если что, мне придется, наверное, ленты приклеивать. О, хотя не очень хочется. Дальше. Значит, вторая наклейка, это у нас что? Это у нас... Так, давайте подождем. Над этой наклейкой, точнее, подождем, а подумаем. Третью. Значит, третья, это уже... Блин. Извините, что немножко так туплю, но здесь непонятна картинка. Это что? Это... Получается, зад, а не, значит, там, ой, вообще, какой-то пипец, нифига не понять, четвертая наклейка, это на крылья надо, знаете, не на крылья, а на зад эти приклеить, это-то я понял. Так, значит, вот, так, здесь приклеим я, сейчас приклеим с этой стороны, мы уже руки немножко спотели. Ну, так. Так. Сейчас зажмем. Вот, ну, как-то приклеилось. А вот это куда, я и не понял. Это не на крылья получается. Ага, третья наклейка назад получается. А как именно? Угу, я вроде понял. Это получается назад и именно... Так получается, оп, оп. Если что, я без съемки уже ленты подклею. Вот, но как-то вот так получается. И сейчас мы определим, куда этот лондонский флаг приклеивать. Конечно, видео уже, наверное, много длится. Получается, это... Ага, понял, сообразил. Да. Это вперед. Вот так. Сейчас найдем. Ну же.
Нет. А, ну вот так, нормально. Как-то вот так. Значит, все, это готово, это вот мусор и вот самолетик. Я не знаю, как его зовут, надо будет посмотреть, как его там зовут. Вот. Так, самолетик классный, но мучился я приклеивать. Вот. Но если вам понравится самолетик тоже, то можете подписаться, поставить палец, прокомментировать, и на этом все. Всем пока.